Здравствуйте, мои хорошие, канал Лайф Второй Надежда. Видео, которое называется «Его следующий шаг». Для данного расклада я взяла три свои темные колоды. Это Таро Черный Гримуар, это темное Таро Уэйта и это черное Таро. Посмотрим его темные мыслишки, посмотрим его замысел в отношении вас. И следующий шаг, который он сделает. По времени здесь мы загадывать не будем, потому что у каждого этот следующий шаг в любом случае проиграется по-разному, потому что бывает так, что вы смотрите расклад, и да, он появится, и вы его еще толком не досмотрели, а уже человек появился. У кого-то появляется через неделю, через месяц, и спасибо, что вы оставляете обратную связь, когда ваши расклады проигрываются, и поэтому я вижу, что расклады по времени проигрываются для всех по-разному, ну, соответственно, ну, что естественно, да. И, соответственно, сроки мы здесь особо и не загадываем. Хотя, если хотите, можете попробовать. Возможно, у вас это отыграется именно по загаданным срокам. Итак, мы смотрим отношения, которые сейчас сложились между вами. И, конечно же, я всегда напоминаю, что если расклад резонирует, значит, мы смотрим его до конца. Если не резонирует, значит, в следующих раскладах, скорее всего, будет ваша информация. И, кстати, еще меня спрашивали, почему так вдруг резко перестали резонировать расклады. Не только у меня, но и у других тарологов. Так бывает, да, значит, для вас сейчас настало то время, когда вы должны самостоятельно, без подсказок, принять то или иное решение. Поэтому информация для вас закрыта. Это нормально. Итак, ваши отношения. Сразу две карты на ножах. Отойди, не подходи, не приближайся. Я не хочу здесь... ну, скорее всего, здесь женщина, потому что здесь фигура женщины, которая вообще огненной стеной отгородилась. И голову этому рыцаря она уже, похоже, отрубила. Отрубила и, видимо, сказала, что так и было. И вообще, я, и не приближайся ко мне, и видеть не хочу. Знаете, вот как от чего-то такого потустороннего здесь женщина от этого мужчины закрылась. Башня. Я хочу сказать, что да, здесь для тех, у кого мужчина взял и вдруг вас резко, неожиданно бросил, этот расклад точно не ваш. Здесь расклад, когда отношения зашли до такой стадии, когда вы могли своим поведением, ну, допустим, да, бывает так, что женщина у мужчины спрашивает, ну, когда, или что ты мне скажешь, там, а кто я для тебя, да, и уже сама на нервах, потому что здесь нервное состояние, могла поставить перед фактумом, перед ультиматумом, что если ты мне сейчас ничего не скажешь, я с тобой все не общаюсь, или я сейчас молчу до тех пор, пока ты сам мне не ответишь. Здесь женская инициатива здесь однозначно есть. Даже если здесь мужчина ушел в тишину, отвернулся, здесь женский шаг был, озвучена женщина, здесь было какое-то условие, или женщина сейчас мужчине дала время для того, чтобы он, ну, что-то подумал, да, что-то решил, а она для себя взяла тайм-аут. То есть я больше первая писать не буду до тех пор, пока ты мне сам не напишешь, допустим, не озвучишь мне решение. А мужчина здесь вот, здесь мужчина ждет, здесь мужчина, пока у женщины здесь в голове башня, пока ее эмоциями руководит, да, вот все с землей сравняю, вот, и будь что будет, а там что вырастет, то вырастет. Здесь мужчина надеется на то, что вы возьмете в себя в руки, что вы успокоите, что вы эту башню не будете сама дальше ногой там доламывать, а что вами возобладает разум, спокойствие, и можно будет спокойно договориться. Я не удивлюсь, что мужчина сейчас здесь молчит, потому что по-хорошему здесь сейчас даже с вами связываться довольно-таки опасно. Ну, я говорю в хорошем смысле, да, связываться, когда у человека настроение по башне, либо когда желание войти в аркан башни, то, конечно, с этим человеком
Лучше его лучше не трогать, потому что под горячую руку можно попасть. И потом и тот человек, который сделал шаг, будет жалеть, да, и тот человек, который рубанет, который что-то сделает в своем этом башенном состоянии, тоже может жалеть. Похоже, здесь мужчина понимает, что вас сейчас лучше не трогать, к вам сейчас не приближаться. Хотя, знаете, здесь ваше состояние, что сделано, то сделано, но есть осадочек, то есть не всем вы довольны, либо вас терзает сомнение. Да и соскучились вы по этому человеку в любом случае. Да, и знаете, такое мужское настроение, она сейчас успокоится, в ней сейчас все перегорит, все бесы в ней улягутся. Для меня башня, если женщина, да, а женщины, они такие существа эмоциональные или создания, очень эмоциональные. И, конечно, порой женщин сравнивают, не знаю, там, с толпой бесов, которая разбушевалась. Вот поэтому здесь мужчина, что сейчас все уляжется, успокоится, а потом можно снова или появиться, или снова продолжить наши отношения. Причем здесь мужчина намеревается отношения продолжить так довольно-таки активненько, колесница. Хоть и в темной колоде, но, тем не менее, особого такого кардинального смысла эта карта значения своего не меняет. Женщина говорит, все, говорит, мне, говорит, ничего не надо. Пусть я скучаю, пусть я уже наломала дров, сожгла корабли, порты и лодочника. Понравилось мне в комментарии одно выражение, когда я в сообществе вывесила запись, да, что по поводу лодочника. Мадам, что вам нужно? Лодочника на тот берег загонять нужно, да, когда уже мосты были сожжены. Здесь женщина в таком состоянии, да, она уже все действительно здесь все сожгла. Где-то, может быть, действительно сожалеет, что надо было там не порт сжигать, а там полностью дотла, вот, а какую-то лазеечку поставить. Вот. Но, тем не менее, она в своем мнении здесь сейчас уверена в том, что ей, для нее сейчас будет высвобождено время для того, чтобы заняться собой. Но так часто бывает, когда если отношения сложные, напряженные, здесь я не вижу легкой любовной истории, к сожалению, да. Рыцарь мечей и девятка жезлов, сочетание такое, мягко говоря, не очень приятное. И, конечно, когда отношения проходят по таким картам, женщина в любом случае, какая бы она мощная, там, сильная, там, выносливая, там, с остальными нервами не была, все равно энергия, она опустошается. И все равно состояние внутреннего такого раздрая, внутреннего опустошения, оно всегда есть. И женщина здесь сейчас, как бы она все равно здесь не скучала, здесь есть скучание, девочки, как ни крути. Четверка кубков здесь, видите, чахнет над воспоминаниями, чахнет над тем, что написано, да. Может, допустим, открывать телефон там, или, я не знаю, брать лист бумаги, брать ручку и пытаться что-то там написать этому человеку, ну, либо на телефоне набрать, но понимает, что, ну, уже точка какого-то невозврата, она пройдена, и это будет, ну, по крайней мере, как-то нелепо. Поэтому я здесь жду, пока я здесь жду, у меня есть время там закончить свои какие-то дела, либо начать что-то новое, либо наконец-то заняться собой, отдохнуть, не знаю, похудеть, поправиться, сменить прическу, там, цвет волос, так далее, так далее. Здесь женщина, может быть, она где-то импульсивно и поступила в какой-то ситуации. Но она, тем не менее, сейчас понимает, что зачем тратить время зря. А так бывает, да, еще когда отношения интенсивные, неважно, они в хорошем смысле интенсивные, когда у вас там километрами переписки, либо когда у вас выяснение отношений, времени это занимает очень много. Наличные дела, порой времени катастрофически мало, либо его вообще нет. И поэтому освободившееся сейчас время женщина сейчас тратит на то, чтобы сделать какие-то свои собственные дела. А мужчина, я здесь хочу сказать, я не вижу, чтобы он горевал. Нет, я вижу, что он здесь для себя прекрасно понимает, что все перемелется, все успокоится, и вы придете в равновесие, в баланс между нами, и между вами все еще наладится, и все будет хорошо, и ваши отношения продолжатся для него праздником на его улице. По тройке кубков, как вас мужчина воспринимает, женщина, которая дает ему состояние моего собственного праздника. Быт, работа и так далее, и так далее, и так далее. Это одно, это суета, но должно быть место отдыху. Вы для этого человека, это обитель
эдема, которая, ну, которую, конечно, здесь он терять не хочет, да, здесь, видимо, в Эдем пробрались дьяволы, вот, и ситуацию здесь расшевелили. Поэтому мужчина здесь говорит, надо, чтобы все здесь улеглось, все страсти улеглись. Хорошо. Его, давайте посмотрим, его сейчас такие вот темненькие мыслишки о вас. И давайте я, наверное, возьму темное таро. Такие темненькие, может быть, даже нечестные мыслишки о вас. Вот прям вот мыслишки. Знаете, какие здесь темные мыслишки? Я бы даже отказался от мыслей о возвращении к ней, но мне же с ней так хорошо. Здесь некая, знаете, такая, не знаю, насколько правильно здесь будет назвать, меркантильная зависимость, но здесь есть привязанность к вам, как к человеку, который дает удовольствие, расслабление. Да? И тройка кубков, девятка кубков. Мне с ней хорошо, особенно в любовном плане. И может быть, да, и стоило бы уйти, ну, а где еще я найду вот такой вот райский уголочек для себя? Здесь у мужчины ситуация, что надо, такие тайные мыслишки, да, надо бы создать ситуацию, что я типа ушел, что между нами отношений нет, и что между нами все закончилось. А для чего? А для того, чтобы потом внезапно, девочки, видите, появиться. Причем появиться здесь не с пустыми руками и не бедным, несчастным, а здесь мужчина, на которого вы посмотрели бы своим каким-то отдохнувшим взглядом и сказали, вау, он действительно хорош, а он действительно чего-то стоит. Да и мужчина здесь готов что-то вам дать. Король Пентаклей, да, пусть он прижимистый, да, пусть он жадноватый, пусть вы скажете, да, он скряга вообще невероятный. Но в силу вот своей вот даже скупости какой-то, он все равно готов для кого-то даже оторвать от сердца что-то, чтобы дать вам, может быть, вину загладить, может быть, подкупить вас, расположить вас к себе. Вот, и при этом сам, я не знаю, там, новые брюки себе купит, туфли начистит, там, не знаю, побреется, либо наоборот, там, шикарную бороду себе отпустит. Здесь хотел бы вот во всей такой красе показать себя, чтобы вы оценили, да, с кем вы не общались долгое время и кого вы могли потерять. Вот эта тактика создать ситуацию, что между нами ничего нет, чтобы ты напугалась, для этого мужчины, по его мнению, очень хорошая стратегия, которая поможет ему без труда, да, потому что рыцарь жезлов – это такое активное возвращение, без труда вернуться и снова занять свою позицию рядом с вами. А позиция здесь – я ее мужчина. Для кого-то я ее муж, если это муж, да, там тут у вас здесь куролесит. Для кого-то здесь любимый мужчина, для кого-то здесь любовник. Но так или иначе, на определенную позицию как-то этого мужчину вы уже выделили, да, и поставили его в определенный ранг для себя, да, вот мой мужчина там, мой мужчина-любовник, да, мой мужчина-муж, это уже у каждого здесь свой собственный нюанс. Он прекрасно знает все свои сильные стороны, он прекрасно знает ваши слабости, на которых он здесь может сыграть для того, чтобы можно было так вот триумфально, красиво, по-хорошему вернуться. Уже здесь вот тайным образом, да, своими крамольными мыслишками вынашивает план, как бы так появиться, чтобы она не устояла, чтобы она захотела вновь считать меня своим собственным мужчиной, и чтобы она вот меня, не знаю, там вцепилась и не послала сразу и быстрым шагом в лес. Но это такие тайные мысли, которые его посещают. Хорошо. А насколько реально он оценивает ситуацию между вами, что он в действительности видит? Что вы здесь, девочки, проявили свой собственный характер? Да. Здесь мужчина считает, что вы здесь, я не знаю, какой синоним подобрать, скажу так, выпендриваетесь. Не обижайтесь за такое сленговое словечко, но другого слова вот быстро, да, подобрать я не могу. А вы знаете, что я записываю видео одним дублем, вот, не монтирую, не склеиваю все, что я делаю в процессе расклада. Поэтому здесь, вот, выпендривается, она мне демонстрирует свой характер,
для того, чтобы меня здесь подчинить своей собственной воле, для того, чтобы я делал так, как ей нужно. Ей нужно, чтобы я тут появился. Вот, все, я сел на коня, на своего, там, не знаю, настоящего коня или железного, я к ней прискакал, вот, и сделал, дал ей все, что я хочу. Она щелкнула пальцем, вот, и я должен там с этим разобраться, с этим поговорить, вот, с этими объясниться. Считает, что вот ваша башня, да, и вот ваше состояние, что все, ну, отойди подальше и пока ко мне не подходи. Считает, что здесь вы проявляете свой характер для того, чтобы подчинить его своей воле. Хорошо. А согласен ли он в чем-то вам уступать? Я не думаю, что такой мужчина, который пользуется, ну, такой вот стратегией, я сейчас помолчу, я сделаю вид, что мы расстались, а потом появлюсь. Ну, не думаю, что такой мужчина готов вообще пойти на уступки полностью. Но частично, поэтому спрошу, готов ли он как-то частично уступать. Нет, девочки. Здесь мужчина считает, что если он уступит, то здесь вот чуть ли не подкаблучник, которым вы будете пользоваться. Это, знаете, как золотая рыбка вот на посылках, которая уже сама не рада тому, на что она подписалась, но, тем не менее, вот договор есть договор. Здесь мужчина говорит, мы в будущем можем договариваться, но видите, какой здесь должен быть договор? С этим мужчиной вы должны вести, ну, если вы планируете с ним дальше быть в отношениях, очень тонкую игру. Допустим, вы хотите от этого мужчины получить что-то. Вы ему должны предложить как минимум два варианта. Да и в лучшем случае это два варианта. Но это варианты такие, которые они в том числе устраивают и вас. Но преподнести это так, что вы идете себе в ущерб, да, вот где-то вы себя зажимаете, где-то вы наступаете на горло своей песни. И предоставив мужчине два варианта, которые на самом деле еще и вас устраивают, вы ему предоставляете якобы его собственный выбор. С этим мужчиной именно так стоит действовать, потому что прогибаться под кого-то не хочет, считает, что если он уступает женщине, то это подкаблучник, и якобы это некрасиво, да, это неправильно. И поэтому, чтобы им умело управлять, вы должны научиться. Во-первых, из даже, казалось бы, сложной ситуации, которая вас не устраивает, выявить те стороны, которые вас бы более-менее удовлетворили, из этих сторон, да, выбрать два варианта и ему предоставив на выбор, да, то есть с одной стороны вы ему показываете, что ты мужчина, вот тебе выбор, я тебе доверяю, тут я тоже теряю, вот, но я согласна, да, тебе как мужчине дать выбор, поэтому ты решай. Вот таким вот образом с ним можно договариваться. Но я говорю, здесь женщине нужно постоянно тренировать свое сознание, да, вот свою даже женскую хитрость. По-другому не получится. Тогда будет либо вы, либо вас. Либо вы, либо вас с этим мужчиной. Опять же, не вариант. Вот поэтому либо под него вот так вот гибко, скажем так, подстраиваться, как бы, да, хотя это будет в любом случае ваша собственная игра. Либо вообще с ним не связываться. Потому что вот в лоб, да, вот что честно вам нравится, что не нравится, и заставить мужчину соответствовать вашим требованиям, здесь не получится. Это тоже такой товарищ, знаете, не лыком шитый. Особенно если видите, какие у него здесь тактики, стратегии. Пусть она успокоится, пусть пар выпустит. Я дождусь хорошего момента и внезапно появлюсь, когда она сама того не ожидает. Внезапное появление, оно многих обезоруживает, да. И, допустим, вы там готовили, если вы знаете, что человек появится, вы готовитесь ко встрече, да, и там и при всем параде. А бывает так, что внезапно, да, не знаю, ты только с постели встал, еще у тебя мозги не соображают. И согласишься на все, на то, что ты при нормальном своем состоянии вообще никогда бы в жизни не подписался. Вот на эффект внезапности здесь надеется мужчина. Он-то подготовится, он-то будет действительно во всеоружие. Вот насколько вот вы здесь, потому что идея застать врасплох здесь. По поводу тактики, по поводу того, что как с этим мужчиной лучше всего взаимодействовать, я вам вкратце рассказала. Опять же, я не могу здесь
подсказать в каждом конкретном случае. Это ваш мужчина, это ваша ситуация, ваши нюансы, вам их лучше знать. Но именно вот каким-то компромиссом выбор, да, я тебе даю выбор, поэтому ты как мужчина реши, хотя вы уже заранее за него приняли решение, подготовив варианты таким образом, чтобы они устраивали вас. Поэтому, девочки, если вы такое сдюжите, если вы с этим справитесь, можете считать, что мужчина будет доволен тем, что он глава, скажем так, в ваших отношениях, да, главный начальник, а вы женщина, которая во всем слушаете. Но это будет ваша такая роль серого кардинала. Многие в жизни этим пользуются, и вторые половины особо даже не подозревают, да, что с ними вот такие вот манипуляции проводят. Ну, я вам рассказала. Пользоваться, не пользоваться, все на ваше собственное решение. Ну и опять же, да, этим инструментом очень мощным, очень сильным нужно научиться пользоваться. Меня, кстати, на канале периодически ругают за то, что я выдаю какие-то вот такие вот фишки, которые сродни НЛП. Но, девочки, для того, чтобы качественно выстраивать отношения, для того, чтобы, скажем так, все были довольны, порой действительно с определенными людьми приходится прибегать вот к таким вот, к таким тактикам. То есть вы знаете свои условия, вы знаете, что вас устраивает. И с другой стороны, если человек, ну, ни на какие, скажем так, ваши условия не поддаются, то для того, чтобы и ему хорошо было, и вам, да, можно вот такую роль серого кардинала сыграть. Опять же, здесь говорю для тех, кто действительно готов налаживать отношения с этим человеком. Я прошу не высказываться тех, не знаю, правдолюбов, правдорубов, которые говорят так нечестно по отношению к человеку, а честно вот такую вот тактику вести по отношению к вам. Поэтому вы здесь задумаетесь. Здесь не для того, чтобы вы там человека там подчиняете полностью своей воле. Есть люди, с которыми необходимо тоже действовать хитростью. Так что те, кто захочет меня ругать, лучше, пожалуйста, воздержитесь. Потому что мудрость, она приходит с опытом, она приходит с годами. И порой действительно смотришь на человека и не знаешь, как с ним взаимодействовать без определенных подсказков. И поэтому вы не зря на моем канале, да, вот, открыли, допустим, данное видео, и если с вами это резонирует, вы уже знаете, какой подход к этому человеку взять. Все, закрыли моральные высказывания, да, на тему того, что правильно, неправильно с этим человеком, так будет наиболее действенно, наиболее правильно. Захотите, пожалуйста, не захотите, никто вас не заставляет. Хорошо, его следующий шаг. Я взяла уже третью колоду, которую я показывала. И смотрим. Его намерение, да, что он намеревается делать, мы уже посмотрели. Но, тем не менее, то, что в действительности, как он для себя видит намерение. Намерение. Здесь намерения такие же, но только если тут появится, знаете, внезапно, да, вот такие вот отдаленные, то, что он отдает себе отчет, что эффект такой вот внезапности, да, пришел как ураган, я не знаю, там, скрутил вас в объятия, вот и пали вы к его ногам, такой, ну, такой сценарий, как он понимает, вряд ли получится. А в реальности, зная вас, какая вы женщина, какая вы личность, что вы любите, он понимает, что здесь появиться надо нежной лаской, но здесь, знаете, как вот появиться, вот что-то теплое такое дать, а потом отдалиться для того, чтобы вы это все переварили, окунулись в эту негу, вот, и сказали, ладно, будет праздник на твоей стороне, да, на твоей улице, приходи. Хорошо здесь мужчина, кстати, вас знает. Вот опять же, да, здесь разговор о том, что с этим человеком можно найти точки соприкосновения и можно найти к нему подход. Только здесь действительно вот подключаете не просто, да, вот быть хорошей, вот для него расстелиться ковриком, ноги вытрет и пойдет дальше. Здесь нужно вот своей собственной тактики, свои собственные такие вот ходы-выходы придумывать с этим человеком, тогда он никуда не денется. Появится здесь намерение действительно появиться. Для кого-то отыграется, что это звонок, для кого-то это сообщение по поводу или без повода, для кого-то это личный приезд, как победитель.
колесница. Причем он четко понимает, что дорога ему будет расчищена. Обычно мы видим в колодах колесницу, когда и там мы ее тоже видели, да, лошадей держат за вожжи. Здесь, видите, он сложил ручки, что ему даже усилий прилагать не нужно будет потом в дальнейшем, потому что вот уже некая такая тактика, мягкая, нежная. Точно знаю, что она на вас сработает. Хорошо. Ну и давайте тот вопрос, его следующий шаг, что он будет делать. Девочки, вот в этом раскладе, ну, никуда не денется. Он все равно пойдет на примирение. Каким-то хитрым, девочки, способом. Знаете, вот мы предполагаем, а Бог располагает. Вот в этом раскладе четко здесь отыграется данная поговорка, данная народная мудрость. Потому что когда со временем мы начинаем вот от планов переходить к конкретным действиям, мы можем что-то по ходу пьесы менять, понимая, что это, наверное, не сработает, это будет не вовремя. Но то, что этот человек захочет помириться, шестерка кубков, да, и карта мира, вернуться к прошлому, вернуться в прошлое, возобновить хорошее. Опять же, король Пентакли, да, ну вот с чем-то появится, я не знаю, с поздравлением. Для кого-то, кто, даже, знаете, вот бывает, мужчина появляется картинку, он вам отправил там какую-то там смешную, но это с целью вы смотрите, думаете, ну дурак дураком, да, ну что в голове у человека, что он мне там какой-то прикол. А для него это аргумент к тому, что вы сейчас улыбнетесь, оцените юмор, посмеетесь, поднимется у вас настроение, и вы уже будете более расположены. Поэтому не судите, пожалуйста, мужчин со своей собственной колокольни, которая, ну, допустим, вы серьезная женщина, да, вы не приемлете такие вот какие-то непонятные ходы. Вы должны понимать, что для мужчины порой нету иного варианта, кроме как прощупать почву, да, и понять ваше настроение, кроме как дурость какую-то сделать. Хитрый здесь какой-то шаг есть у данного мужчины. И какой бы, я говорю, он ни был, этот шаг, вы должны для себя понимать, что это такой миролюбивый настрой. Знаете, это даже может быть стёб, да, в надежде на то, что вы оцените. Даже если это стёб, вспомните, да, в каком контексте, в каком русле вы с ним общались. И когда у вас все было хорошо, да, и какая-то стёбная картинка, да, или прикол какой-то, где, ну, да, что что-то осмеивается. Вы же это принимали так, как это должно было бы, да, с тем посылом, чтобы посмеялись там и сказали, ну да, ну да, бывает же. Не спешите, да, сразу крутить пальцем у виска, потому что если мы периодически видим в раскладе, что ну дурак дураком, да, но он по-другому не может, да, и в силу своей детской какой-то непосредственности не отдает отчета тому, что он делает, да, вот под дурака зашел. Здесь зашел, не, здесь зайдет не под дурака, здесь зайдет со своим тайным умыслом, когда будет понимать, что ну вот это единственный шаг до вас достучаться, говорю, даже если это будет какая-то дебильная картинка. С надеждой на то, что вы поймете, с надеждой на то, что вы оцените, на что он будет рассчитывать. Маг, что он все у него получится, что все у него сложится, что со всем он справится. Что как бы ни было, да, как бы между вами сложно не было, какая бы между вами такая уже депрессия была, там затяжная, не затяжная, да, вот насколько бы на ножах не были бы отношения, вот с чего начинались, что все у вас образуется, что все у вас будет хорошо. Девочки, совет вам. Знаете что, я возьму, наверное, другую колоду. О, кстати, давно не брала Таро, универсальный ключ. Я посмотрю совет вам, как вам реагировать на тот шаг, который сделает мужчина. Если вы точно почувствовали своего мужчину, если вы точно понимаете, что этот расклад ваш, интуитивно почувствуете, то здесь мужчина появляется, да, обязательно. Да, со своими, конечно, намерениями, со своими целями, в своем вот амплуа, которое вы, возможно, не особо-то оцените. Но, тем не менее, совет вам.
Ох, как я не люблю такие советы. Сейчас поймете, почему. Потому что здесь хочется сказать, вот не рубите с плеча, попробуйте дать шанс этому человеку проявить себя. Потому что именно в этом раскладе без него вам хуже, чем с ним. И этого шага вы ждете. А может быть, ждете для того, чтобы его послать так, да, вот чтобы уже эту историю закрыть. Ну, дайте ему шанс на то, что якобы вы хорошо расположены к нему, а потом уже рубите. Я не вижу здесь желания сейчас вот окончательно с ним попрощаться. Вот этого я не вижу. Поэтому, ну, здесь, знаете, как, ну, поиграйте, опять же, в свою собственную игру типа, да, вы его ждали, да, и типа вы его ждете. Потом сделайте ему больно, если хотите отомстить, да. Здесь карты говорят, что дайте шанс, потому что чувства еще есть, и боль есть, и переживания есть, и состояние, когда вам плохо. А потом делайте с ним все, что хотите. Хотите, как-то продолжайте, с учетом вот тех вот советов, которые были даны, да, вот эта тонкая манипуляция, когда вы даете два варианта, хотя вы уже по умолчанию, скажем так, выбор уже сделали за этого человека. Хотите сделать ему так же больно, как он вам, у вас тоже будет такая возможность. Поэтому я желаю вам мудрости, я желаю вам терпения, и я желаю вам всего самого наилучшего. Прежде всего здоровья, а второе, второстепенное, что я всегда вам желаю в последнее время, это целей, это... Сегодня, нет, точнее, вчера мечта, сегодня цель, а завтра реальность. Я прошу вас, пожалуйста, добивайтесь своих собственных целей. Когда вы добиваетесь целей, вы растете сами над собой. Вы начинаете себя больше любить, вы начинаете себя больше уважать. И вы потом в таком состоянии, когда вы знаете, да, свою собственную ценность, вы уже не позволяете людям, неважно, мужчинам, не мужчинам, но вы уже не позволяете вытирать о себя ноги. Когда вы себя любите, то и другие вас любят. Чего я вам всем желаю. До встречи в новых видео. Пока-пока.